до сих пор не посоветовались с жителями. Прокуратура Владимира вынесла представление горадминистрации. По информации надзорного ведомства, чиновники почти год не проводят общественные слушания по проекту расширения лесопарка «Дружба» за счет зоны лугопарка. Как поясняют в прокуратуре, дирекция особо охраняемых природных территорий провела комплексное обследование парка. По итогам обследования еще в июне прошлого года департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области в администрацию города Владимира направили материалы, обосновывающие изменения границ парка «Дружба». От администрации города Владимира требовалось в соответствии с уставом города проведение общественных обсуждений. Всего до настоящего времени, то есть более 10 месяцев, сделано не было. Как пояснили в надзорном ведомстве, согласно представлению, глава города должен общественные обсуждения по этому вопросу организовать, чтобы жители сами определили судьбу лугопарковой зоны. То есть какое-то решение должно быть принято, да, по либо расширению, либо не расширению границ парка «Дружба». Такие решения могут быть проведены, да, после проведения определенной процедуры. И эта процедура включает обязательное проведение общественных обсуждений. Представление прокурора рассматривается в месячный срок по закону о прокуратуре, да. То есть в течение месяца должен быть дан ответ.